Приветствую вас на канале «Гаражный бездельник». Станочек шиномонтажный, китайский, станкоимпорт. Лет ему много, 17-го года. Верой и правдой отработал 11 переобувок без единой поломки. И вот начал барахлить. Ну что ж, чудес не бывает. Будем смотреть, разбираться. Первые симптомы были такие, что когда рычаг отжимной лапы уходил в крайне правое положение, воздух продолжал шипеть с такой же силой, причем продолжительное время, мог и минуту, и две шипеть, пока не понажимаешь на педаль, тогда прекращал. То есть воздух куда-то уходил в сторону, непонятно куда. Какое-то время это продолжалось. Ну, как-то с этим еще можно было жить, но дальше симптомы пошли развиваться. Стало так, что нажимаешь на педаль, воздух шипит, а лапа не уходит влево. Сейчас попробуем, но, возможно, как обычно, станок испугается. Нет, сейчас все работает. Вот оно. Слышали, ну сейчас было буквально 5 секунд, 3 секунды. А то было по минуте и больше, и по 2. Ну сейчас вроде отжимает, но было такое, что нужно колесо разбирать. Люди ждут, и колесо отжать невозможно. Рычаг не уходит влево. Мое подозрение, конечно, что это износилась манжета главного цилиндра, рабочего цилиндра. Разбираем, смотрим. С гайковертом туда не залезть. Придется вручную. Выпустили сначала воздух. Шванчик вот этот вот снимем. Еще один шванчик. Главное их потом не перепутать. Тот, который наружу будет с малярным скотчем. Разбираем. В цилиндре тарелка с манжетой резиновой, которая закреплена на этом штоке. То есть, если воздух подается сюда, манжета перемещается туда, шток укорачивается. Если воздух подается сюда, манжета перемещается сюда, шток в ту сторону двигается. Смысл понятен. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 таких болтиков. Поставим метку мелом, как оно было. Вот так выглядит манжета. Каки здесь, конечно, изрядное количество. Такая же неисправность у меня была, сейчас, дай бог памяти, может быть, в 2006,
Там был русский станок новгородский. Там, конечно, все это выглядело немножко по-другому. Ладно, что, промываем все это. Разбираем. Смотрим, что тут с поверхностью. Следы коррозии. Не знаю, видно, не видно на видео. Следы коррозии очень мощные. Здесь, конечно, требования не такие высокие, как на двигателе внутреннего сгорания. Поршневая, но все-таки конкретная коррозия. Вот, наверное, вот так будет вам видно. И там вот есть коррозия. Ну что, шлифовка, полировка. И придумываем ему замену. Шлифовка, полировка дадут нам чуть-чуть времени, пока я выбираю другой станок. Пришло время его менять. 11 переобувок – это срок. Поры ржавчины, конечно, глубочайшие. Как он работал, понятия не имею. А вывод такой. Плохая осушка воздуха. Воды сюда проникает больше, чем надо. И недостаточная, видимо, смазка. Регулировать масленку нужно на побольше. Больше масла нужно. И с осушкой воздуха тоже что-то нужно доработать. Вот эти колечки, манжетки на поршне, их можно снять вот так вот. По идее, у них есть какой-то износ. Так, вот ребристой стороной наружу, гладкая внутрь. Снимаем, моем, чистим. Собираем обратно. Обезжиривателем вымоем. В результате естественного износа, или даже можно сказать неестественного, потому что там ржавчина образовалась. В результате износа у нас получается, что вот эта поверхность, диаметр вот этой манжеты уменьшился. То есть отсюда истерлось несколько соток или десяток миллиметров. Нам нужно как-то это дело увеличить, этот диаметр. Вот этой прорезью обязательно наружу. Потому что воздух давит отсюда, и он ее еще открывает. Увеличить диаметр алюминиевого поршня, и вместе с ней раздастся манжета. Примерно так. Как нам увеличить поршень? Понятно, что это все временно.
как и выкидывать жалко. Все-таки подобные китайские станки стоят от 100 тысяч рублей в 2023 году. А если такой поршень отдельно, вернее весь цилиндр в сборе, потому что у нас не только поршень пострадал, вернее пострадал не поршень, а манжеты, и пострадал цилиндр от коррозии. Я думаю, что такой цилиндр в сборе будет стоить конских денег. Но давай сделаем временное решение и погуглим, есть ли такой цилиндр в сборе и сколько он стоит. Ничего умнее пока не приходит на ум. Единственное, что намотать изоленты несколько слоев, то есть диаметр расширится. Когда-то на российском новгородском станке я делал также больше 15 лет назад. Там немножко конструкция была другая. Там надевалась на кромку манжета. И я на кромку надел разрезанный вдоль шланг ПВХ. Потом надел манжету, все это двумя тарелочками сжалось. И у меня еще один сезон проходило. Еще и шеф продал этот станок. Изоленты синей нету. Есть красная. Блин, была бы синяя, вековина бы был станок. Сноса бы не было. С красной, думаю, конечно, похуже будет. По ширине чуть больше. Отрежем по ширине. Обезжирим еще. Ну вот, на несколько долей миллиметра диаметр стал больше. Красная кончилась, добавим желтой. Так, вот здесь есть плоская сторона, а есть полукруглая. А цилиндр желательно полирнуть самой мелкой наждачкой и лучше еще войлочным кругом. Уж как получилось полирнуть, так и получилось. В любом случае, теперь рытвины и зазубрины в десятки раз меньше, чем были. Смажем маслицем моторным. Легче вставлять, чтобы... И собираем. Вывод, ребята, из этого какой? Регулировал я подачу масло, как положено по книжке. Даже больше, чем положено по инструкции. По инструкции гласит, что 4 нажатия на педаль отжимной лапы должна капать 1 капля масла. А у меня получалось, когда станок долго стоит, ну долго, в смысле там 10 минут, 20 минут, 4 раза нажимаешь на лапу, на рычаг лапы капает 1 капля. Дальше при каждом нажатии на педаль капала капля. И вот этого именно было, видимо, недостаточно. Потому что действительно здесь было довольно сухо.
А в идеале тут вообще должно хлюпать. Так что сейчас я буду делать гораздо больше масла регулировать. Ну и от сушки воздуха нужно добавлять. Дополнительно сушку воздуха куда-то приобретать, ставить сюда. Тут вот надо чистоту соблюдать. Что? Вот там вот манжетка тоже не вечная. Как ее менять, я пока даже не понял. Наверное, что-то здесь вот вовтуливается. Двенадцать штучек собираю. Прошло 2 дня. Все было собрано в обратном порядке. Трудностей здесь никаких нет. Все работает без нареканий. Все симптомы пропуска воздуха исчезли. Проверим еще раз регулировку масла. Подложим белый фон, чтобы было лучше видно. Станок простоял ночь, то есть масло максимально ушло из масленки, из трубочки вот этой вот, подающей масло. Пробуем. По инструкции должно быть на каждые 4 нажатия лапы, 4 хода лапы, 1 капля. Один. Два. Три. На 3 хода упала капля. А дальше тут на каждый ход получается по капле. Туда капля, обратно капля. А 2 дня назад делал, было на 2-м ходу упала капля. Не на 3-м, как сейчас. Но сейчас, видимо, ночь простояла, масло еще дольше начинает подниматься. Давай еще чуть-чуть добавим. А проверим только завтра с утра. В идеале буду добиваться, чтобы на 2 хода капала капля, а потом получается 2-3 капли на каждый ход. На каждый ход туда и обратно. А вообще слышал такое, что вот в районе педального блока, там где отработанный воздух выходит, всегда должно быть маслянисто. Ну не лужа, конечно, но отработанный воздух должен иметь масляную составляющую. Так что выводы такие. Не жалейте масла, дольше станок проживет. Кому помогло, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Всем пока!